Да, всем привет, всем здрасте. Ну что, давно не виделись, как говорится. И целый день одно и то же. Да. Ох, погодка! Ох, вообще лють какая-то просто! Лють! Сейчас 15 в Москве. Ну, вы знаете, я люблю, когда хороший мороз, если честно. Ну, вот по мне, так пускай будет мороз, снег, чем вот это вот слякоть, грязь, вот это вот все течет, капает, и зима тебе не зима. Зимой должен быть мороз. Градусов 15, я считаю, это прям вот, ну, вполне, вполне любой человек, в принципе, спокойно это переносит. Главное, чтобы ветра не было такого, знаете, потому что, ну, понятно, что это. Скучали, Магадан вижу, Красноярск. Да, всем привет, здравствуйте, Оренбург, здрасте, здрасте. Ну что, я официально закончил съемки в этом году, все. У меня осталось там такое, ну, где-то озвучка. Есть там еще момент такой, товарищ мой предложил мне, ну, он поступил на курсы режиссерские. Вот вы смотрели там «Одно лето и все, и вся жизнь». Вот режиссер, который снимал, он там поступил на какие-то курсы там современного кино или повышение квалификации. Ну, что-то, в общем-то, такое. Вот. Он сейчас у них как бы получается, ну, типа зимняя сессия, и там небольшой отрывок там надо сделать такой, знаете, там буквально на 15-20 минут историю. Ну вот я хочу, Глеб Якубовский, мы учились вместе, вот, и так это, ну, общаемся довольно-таки. Он из моих, из днепропетровских, короче. Кто учился в Днепропетровском театральном училище, у нас здесь есть в Москве энное количество людей, вот, и мы так стараемся друг дружку так это, ну, помогать, поддерживать по возможности. И он попросил меня ему помочь, вот, поэтому я так думаю, что я еще творчеством немножко позанимаюсь в этом году, но уже сниматься не буду. Привет, Тюмень, здрасте. Да, это будет такая, ну, типа студенческая работа, типа вот зимней сессии, короче. Здрасте, Самара. Здрасте. Ну, в общем-то, съемочки у меня все. Закончились. Я, так скажем, уже... Хороший год был. Поснимался, поработал. Я доволен. Юрий, сейчас минус 21 в Москве. Нет, у меня 15 написано. Вы в какой Москве? Какая у вас Москва? Это где? Вот, может, Подмосковье 21? Я сейчас... Ну... Могу понять, что в Подмосковье это похолоднее, безусловно. Абакан! Абакан, здрасте. Да, всем приветики. Ну что, я был в Питере. В Питере такая же погодка. Причем это все, вот, что называется, начиналось на моих глазах. На моих глазах. Я приехал, там было довольно-таки, ну, терпимо. Там было там 0, плюс, минус 1, что-то вот такое. И буквально за вчера, там, за вчера вечер, за вчерашний весь день, прямо летело там все на минус сначала 8, потом уже минус 12. Вчера я уже уезжал, было минус 13. И метель такая хорошая, хорошая. Ну, слушайте, зима. Класс, обалдеть, мне нравится. Вот. Готовиться к военному конфликту. Вы понимаете, в чем дело? Европа может готовить. Не готовится, у них шансов все равно нету. Единственное, кто может России на сегодняшний день противостоять, это если в основном как бы это будет Америка, а Европа так, знаете, что называется, на подхвате. Ну, вы заметите, что в разговорах о безопасности Россия обратилась напрямую к Америке. И даже вообще Европу там не упоминает. Нет, ну там пошли какие-то там Столтенберг там что-то заявил, там Боррель что-то там свои 3 копейки вставил, там что-то Литва, Латвия, Эстония что-то заявила. Хочется сказать, куда вы лезете? Вы вообще кто? Вы вообще кто? Вы понимаете, что вы поле битвы, не более. Вы даже, ну как бы, вас даже в участники, собственно говоря, переговоров не ведут. Ну, не введут, потому что от вас ничего не зависит. От вас ничего не зависит.
Эстония, Литва, Латвия. Слушайте, там танкам, там места нету танкам, как говорится, там танковой армии развернуться, там места нету. Чего они там еще вякают? Я бы на их месте бы сидел. Они в случае конфликта уйдут в свои эстонские леса, как говорится, будут очередной раз лесными братьями, вот, будут там от кого-то прятаться, там, в схронах и так далее. Как будто их кто-то будет искать. Ну, вот, знаете, наивные ребята. Правда, ну вот честно говоря, Европа, которая, Европа уже как некий глобальный игрок политический, там, геополитический в мире, он уже не рассматривается никем, ну абсолютно. Там еще может Англия как-то трепыхаться, ну в силу просто того, что старушка Англия когда-то была империей, и у нее периодически там какие-то возникают фантомные боли, вот, и так далее, и так далее. Ну, в принципе, вот в расчет можно ее еще брать, но в целом, она все равно сделает, что ей скажет Америка. Поэтому наши правильно сделали, они сказали, что мы все понимаем, но разговаривать мы будем с Америкой. То есть, ну, на самом деле, это, в принципе, как бы такая пощечина Европейскому Союзу в том плане, что вы никто и с вами никто разговаривать не будет. Вот. Ну, там, Украина там что-то там тоже. Украина — это вообще страна-дистанция, чтобы вы понимали. Украина, Польша, Литва, Латвия, Румыния, там, я не знаю. Это не страны, это уже, в принципе, некие территориальные образования, которые называются дистанцией. Это то, о чем, собственно говоря, Путин сказал, чтобы вот, ну, баз НАТО, войск НАТО не было на эту дистанцию. То есть это даже уже, понимаете, в чем дело? Уже пошла такая игра, что уже их не рассматривают даже как государство. Вот. Так что это просто государство дистанции, на которых не должно быть ни вооружения, ни натовских войск, ни натовских баз, ничего. Дожили. Дожили. Понимаете? Вся практически Восточная Европа теоретически должна стать некой дистанцией до границы с Россией. Вот. Да нет, как бы... Современная война будет выглядеть следующим образом. Это будет примерно там в течение там часа-полутора обмен различными ракетными ударами, различной как бы мощности, различных характеристик, скажем так, скоростных. Вот. Скорее всего, наши будут вырубать всех гиперзвуком. Вот. Но почему им не воспользоваться, если он практически единственная страна, у которой есть? А дальше уничтожатся сначала противоракетные системы гиперзвуковыми ракетами. А дальше можно будет уже отстреливаться, по большому счету, ну, типа калибрами и так далее. Вот. Ну, я думаю, что до этого не дойдет, потому что, ну, реально... Реакция Европы показала, что они реально обоссались. Вот. Все вот эти попытки там что-то там вклиниться в разговор между серьезными дядями, они выглядят очень глупо и нелепо. Как кто-то правильно сказал, что Боррелю, Жозефу Боррелю, слушайте, вы лучше занимайтесь вопросами квот на вылов трески, вот, чем куда вы лезете, как бы. Ну, то есть реально, я говорю, что от Европейского Союза ничего, собственно говоря, не зависит. Вся армия Европы вместе взятая на сегодняшний день, она, ну там, чуть получше может там украинской армии, вот, по большому счету. По всем, по материально-техническому обеспечению, по уровню современного оружия и так далее. Понятно, что они представляют для нас угрозу, то есть недооценивать не стоит, вот. Но в целом, они на самом деле не представляют никакой угрозы. Вот, серьезно. Не хотелось бы, вы понимаете? Вот не очень хочется вообще вот как бы войны. Хочется, знаете, пожить. Слушайте, 90-е только прошли. 90-е, считайте, гражданскую войну пережили. Какое-то там время, пока на ноги встали, туда-сюда. Вот там. Дети растут, профессии вроде все хорошо. Ну, как-то вот хочется пожить спокойно. Потому что, ну, если начнется какая-то реально заваруха, ну... Я и так потерял лучшие годы в 90-е. Слушайте, в 92-м году мне было 20 лет. Ну, то есть,
лучшие годы жизни прошли в 90-е. Сколько бы можно было всего успеть, добиться и так далее, если бы была бы нормальная, спокойная жизнь. Вот. Так что так. Но если начнется просто заваруха, как бы, ну нам придется, знаете, как говорится, этот вариант уже не до Берлина надо будет идти, а надо будет идти уже до Лондона. Вот. И причем так идти, чтобы, как говорится, на ближайшие там хотя бы там 200-300 лет они там как бы вообще успокоились. Ну, вогнать придется их в каменный век. Тоже жалко, тоже люди. Собственно говоря, мы продаем, как бы торгуем с ними вроде неплохо. Но в свете последних событий мы понимаем, что торговля как бы явно не задастся. Вот. Но тем не менее, никто не хочет, здравомыслящие люди, вот прям реально, я не хочу. Я реально смотрю на вещи, но я вот реально не хочу войны, честно скажу. Вот. Ну, посмотрим. Я вам честно скажу, вы обратили внимание, что как-то обтекаемо говорится о том, что будет там применена там военная там... военные инструменты для решения там как бы вопросов. Вы знаете, очень хорошо, что это не называется, какие именно. Потому что, зная Владимира Владимировича, да, как бы, уже только от одной мысли, что об этом серьезно заявили, уже как бы страшно. Потому что, ну, Путин, он же, как говорится, непредсказуем, вы же знаете, да? Вот. Поэтому это как бы реально напрягает. Если бы они сказали там, допустим, что мы там сделаем то-то, 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 ничего не говорят. Тишина. Что они сделают? Зная, что Путин, как говорится, человек непредсказуемый, просчитать его невозможно, где он, что он как бы там нанесет, там, с Шойгу вместе. Это еще те два там, Чип и Дейл, вот. Они на выдумку там хитры. Вот это, конечно, реально напрягает. Какие будут методы? Потому что все говорят, что? А что вы сделаете? Что? Ох, ребята, лучше не спрашивайте, что, потому что мне от одной мысли просто страшно. Если эти люди об этом сказали... то вы же понимаете, да, на весь мир. Сейчас это новость номер один. Россия, кто-то говорит, что это ультиматум, но я предпочитаю говорить, что это деловое предложение, от которого нельзя отказаться. Вот. Все, естественно, обсуждают. Поэтому вы же понимаете, что у этих ребят, которые, как говорится, анонсировали всю эту историю, вот, они точно такой ответ дадут, что мало не покажется, по той простой причине, иначе они лицо, как говорится, свое во всем мире не сохранят. Ну, то есть, вы же понимаете, что они не похожи на, там, балаболов там каких-нибудь, типа, там, да, которые вот языком там ляпают сегодня одно, завтра другое. Ну, в общем, как я говорю, это не украинские политики, это серьезные дяди. Это серьезные дяди. Поэтому я говорю честно, вот реально прямо страшно интересно, чем это все, как бы, ну, закончится в результате. Американцы, конечно, ну, они будут тянуть резину, там, вот это неприемлемо, это еще что-то. Но на самом деле наши-то сказали, что это не меню в ресторане. Или вы принимаете пакет этих предложений, или вы их не принимаете все. Мы не будем с вами выбирать, что вам, как говорится, нравится, что не нравится. Очень жестко. Слушайте, в мире так давно не разговаривали. Так не разговаривали ни перед Первой мировой войной, ни перед Второй мировой войной. Никто из политиков так не разговаривал. Это как бы, ну, реально очень как бы резко, круто было все сказано. Я, честно говоря, не ожидал. Я не ожидал. Понимаете, потому что, ну, как бы время действительно поджимает, и время пришло, потому что, ну, Россия реально стоит перед дилеммой. Или позор, или война. Ну, как сказал, по-моему, Черчилль, страна, которая ради мира выбирает позор, получает в результате и позор, и войну. Поэтому у нас как бы выхода нету. Все, они уже просто вот здесь, как говорится, за горло взяли. Вот. Посмотрим. Я хоть и говорил, что там ближайшие там 3-5 лет войны не будет, потому что, ну, условия для нее неподходящие. Но, видите, наше руководство решило, что это не так. Я уже ревакцинацию даже сделал, не только вакцинацию. Я испытывал вакцину. Вот. Шампусик на заднем сиденье у меня перекатывается. Ну, я прикупил такое, знаете, там, хорошим людям подарочки такие, презентики небольшие сделать.
Вот. Нет, ну правда, они перешли все как бы мыслимые границы, вот, если честно. А нам деваться некуда, понимаете? Потому что, ну, все идет к тому, что они точно в Грузии поставят военные базы и поставят на Украине военные базы, вот. И тогда, тогда наше оружие, которым мы можем защищаться, оно просто реально станет бесполезным. Ну, то есть нам придется это все откатывать туда, куда-то за Урал, чтобы просто-напросто они не смогли наше оружие, ну, выключить в какой-то определенный момент. Ну, в смысле, опережающим ударом. Тут как бы уже шутки плохи. Тут уже как бы с этим шутить нельзя, по той простой причине, что реально мы становимся уязвимы. И попыточка вот это вот, знаете, попыточка вот это типа договориться не получится. Не получится. С этими ребятами договориться не получится. Они понимаете, в чем дело? Они живут в другом измерении, как бы вообще. Они по-другому относятся к миру и так далее. Вот. Опять мы, конечно, совершаем ту ошибку, которую обычно совершает Россия. Вот. Я считаю, вот честно говорю, я считаю, что врагов надо уничтожать полностью. Как внутренних, так и внешних. Никакой пощады не должно быть. Потому что вот эта вот попыточка, знаете, как говорится, ну там, типа в какой-то момент там стать хорошим, она ничем хорошим в результате не заканчивается. Да, ну там 30, 40, 50, даже 100 лет как бы тишина, вроде бы все нормально, а потом начинается опять. И опять наши внуки и правнуки будут, как говорится, делать то, что их прадеды и пращуры не закончили. Очередной раз бороться за свою жизнь, за существование своей страны. Вот. В этот раз надо, мне кажется, зачищать подчистую. Подчистую защищать нашу страну и зачищать территорию противника так, чтобы там, ну, ближайшие хотя бы там, ну, там, 300-400 лет, ну, от русской речи просто, ну, ссались. Вот. Просто ссались. Потому что, ну, реально надоело. Посмотрите, наша ну, мы реально многострадальные народы. Мы все постоянно страдаем от этих, как говорится, европейцев. Но уже надо сделать так, чтобы они уже пострадали, как говорится, хлебнули по полной. Может, мозги появятся. Вот. Не просто будет, но в этот раз должно все получиться. Хотя будет непросто, никто не говорит. Будут сложности, будут потери. Без этого никак. Но, во всяком случае, я лично отдаю себе отчет, за что я могу отдать свою жизнь. Вот. Здрасте, Саратов. Да, господи, забудьте вы про этого Ельцина. Чем меньше вы о нем вспоминаете, тем хуже ему. Поверьте мне. Каждый человек живет, как бы, ну, в смысле, существует до тех пор, пока о нем помнят. Забудьте вы о нем. Все, вычеркните его из своей памяти. Вот. Согласен, Юрий, всем уважаемым. Но Европа была нашим ориентиром культурным, научным и так далее. Да, я не буду с вами спорить. Я не буду с вами спорить. Но вы считаете, что сегодня Европа является неким ориентиром для нас? С их толерантностью, с их, как бы, какой-то шизоидным, каким-то параноидальным отношением вообще к нам. Слушайте, ну, есть страны, которые, как сказать, у каждой страны есть своя эпоха золотого века, понимаете? В Европе золотой век закончился. У нас он, по большому счету, как бы и не начинался. То есть были предпосылки, но он даже не начинался. Поэтому, конечно, у нас все еще впереди, что называется. Но вопрос надо решать. Вопрос надо решать. Серьезно и радикально. Я думаю, что ничего не будет. Я просто как бы понимаю, что вся эта движуха и так далее. Вот. Я вам так скажу, что, в принципе, у американцев сейчас другие приоритеты. Это раз. Они прекрасно себе отдают отчет, что из себя представляет европейская армия в целом, да, как ЕС я беру, вот, и американцы не готовы за эту Европу по большому счету воевать, у них сейчас другие проблемы, у них Китай, у них Тихоокеанский регион, они своими, как бы, ну, действиями показали, что их сейчас интересует больше, поэтому Европа, она крайне маловероятно, что американцы впишутся за Европу. Они просто на нее, как говорится, там притопнут, прикрикнут, вот, и они успокоятся.
они успокоятся. Вот. Поэтому я думаю, что ничего не будет. Я думаю, что американцы пойдут на наши предложения. Возможно, возможно. Я допускаю, что будут какие-то корректировки, где-то какой-то компромисс. Вот. Но они в результате примут все наши предложения, сядут за стол переговоров. Тем более, что обратите внимание, что вот эта вся история началась после того, как Путин поговорил с Байденом, потом поехал в Индию, потом поговорил с китайским лидером Си, и только потом выкатил такую, как бы, ну, претензию Европе и США в частности. Даже, скажем так, США, даже не Европе. Я еще раз говорю, на сегодняшний день Европа в геополитическом смысле — это территория, на которой будут решать задачи очень серьезные ребята. Но никак не сама Европа. Вот. Не тем более там Прибалтика с Польшей и с Украиной. Это вообще, как бы я говорю, это государство дистанции. Вот. Они ничего не решают, их даже вообще, ну, в расчет не берут. Если к Европе еще там можно как-то прислушаться, и то только в плане, как бы, ну, на какие уступки они пойдут ради сохранения, скажем там, своего относительно привычного образа жизни, хотя он тоже меняется сумасшедшими темпами, вот. И сейчас морозы еще раз нам покажут, как говорится, что не все... Путин и Зеленский вступят в переговоры. Вы чистый, наивный человек, понимаете? Даже вот прямо шутить с вами даже не хочется по этому поводу. Вы просто, ну, не знаю, луч света в темном царстве. Путин не будет разговаривать с Зеленским, понимаете? Не будет с Зеленским разговаривать. Путин даже не будет разговаривать с европейскими лидерами. Путин уже определился, с кем он будет говорить. Он конкретно будет разговаривать только с Америкой, от страны, от которой хоть что-то зависит. Ни от Украины, ни от Европы ничего не зависит. Все. Я вам честно скажу, я не удивлюсь, если в ближайшее время Россия покинет Совет Европы и вообще все-все, как бы, ну, какие-то европейские институты, в которых Россия там, ну, там является каким-то там членом и платит какие-то взносы. Все, больше не будет никаких разговоров. Вот. Россия просто-напросто будет разговаривать с хозяином, а не с его... Будет разговаривать с Шерханом, короче, а не с его табаки. Вот и все. Это же, как бы, вот о чем это говорит? Это же все туда. Ну, причина, как бы, ну, в смысле, есть же связь какая-то определенная. Вот если вот так вот действовать... Есть слова, есть действия. Есть слова, есть действия. И стоит отдать Путину, что он очень последователен во внешней политике. Как бы, ну, за словом у него всегда стоит делом. Дело. Вот. Ну, внешняя политика для него, как бы, ну, больше приоритет. И я согласен, потому что, ну, как бы, свой дом защищать надо. Вот. В доме там есть кому заниматься внутренними проблемами. Премьер-министр, правительство, там, губернаторы и так далее. А защищать, как бы, периметр, территорию, на которой живут, как бы, люди там твоей страны, это очень непростое дело. И Путин в этом вопросе один из лучших, я считаю, и, как бы, ну, вот, мировых лидеров, который занимается, ну, внешней политикой блестяще. Блестяще. А. Вот. Как, если, слушайте, ну, если в этой стране происходит какая-то несправедливость, ну, мне кажется, что вам проще поехать просто-напросто туда, где эта справедливость есть. Вот. В ту же самую Европу, живите там по их законам. Вот. И наслаждайтесь справедливостью, если вы так считаете, что там прямо справедливость. Ну, езжайте туда, живите там. Вы же, как бы, ну, в смысле, вы же вольны в выборе. Вы же вольны в выборе, вас же никто не осудит. Вы можете собраться и уехать. Вот. Вам не запретят. Если, я говорю еще раз, нужно жить там, где вам нравится, где вам хочется. А если у вас нету возможности, тогда как в этом анекдоте, понимаете, про маму. Мама, вы рыбки хочете? Ой, сынку хочу. Так встаньте, пойдите, поймайте, пожарьте да поешьте. Так я ж больна, сыночек. Ну тогда, мама, лежите и не звездите. Вот и все. Тут, как бы, больше вариантов нету. Тогда подстраивайтесь. Ну и, как бы, да, и все будет у вас хорошо. Вам это никогда не произойдет. Я думаю, что в лучшем случае, если когда-нибудь в ближайшее время состоятся просто телефонные переговоры Путина с Зеленским, то это будет неоспоримая победа Зеленского. Ну, в смысле, в своих реалиях, в украинских.
вот, в украинских. Это будет круче, чем разговор с Байденом, чем там разговор там с каким-то любым европейским лидером. Для Зеленского, если с ним согласится поговорить Путин по телефону, это будет что-то невероятное для Зеленского. Он тогда точно на второй срок изберется, мне кажется. Вот. Беспринципных почему у меня так мало? Ну, не знаю почему. Я вас предупреждал, что я там далеко не главный герой. Я, скажем так, у меня там эпизодическая роль. Эпизодическая роль у меня. Так что вот так вот. Так что да, все это очень интересно, но я говорю так, что на самом деле бояться особо не стоит, потому что я говорю, что у меня почему-то ощущение, что какие-то разговоры будут, вот, но в результате это, ну, в большую войну это не перерастет, вот. Я думаю, что, как там Грудинин? Слушайте, давно его не видел, но я предполагаю, что нормально. Вот, что нормально. Я думаю, что если что-то случилось, как бы, ну, в смысле, то об этом бы сообщили. Ну, пока как бы тихо. Тихо. Дела не очень, но пока тихо. Но не окончательно плохо. Вот. Ой, мама с рыбкой, да. Да. Ну, да, это больше на украинском языке звучит, как бы, этот анекдот лучше. Но я решил в силу того, что, ну, большинство здесь не особо, наверное, ну, понятен украинский язык. Ну, скажем так, в общих чертах. Поэтому решил рассказать этот. Вот. Да забудьте вы про этого Зеленского. Послушайте, ну это как бы исключительно, понимаете, это Зеленский, это вот внутренняя повестка Украины. Нам не стоит об этом даже говорить. Как и про Украину. Ну, то есть, я говорю еще раз, когда было четко объявлено, как бы, ну, в смысле, о претензиях России в целом, предложение, то я сразу понял, что эти все государства перешли в разряд, еще раз говорю, дистанции, которую должно сохранять НАТО, как бы, да, по отношению к России. Вот и все. Вот и все. Смотрела сериал «Березовая роща». А, я, кстати, поеду завтра озвучивать во вторую «Березовую рощу», второй блок. То есть, получается, что теоретически он, скорее всего, выйдет после Нового года. Не факт, что в новогодние прям праздники, но я думаю, что январь-февраль, возможно, покажут. Вот. А, о сериалах. Слушайте, ну, ММО... Я не знаю, какая его судьба. Я знаю, мы вчера с Добрщаном ехали. Вот, он еще не озвучивал. Но у него явно там есть. У него есть там сцены со мной. И там я как бы, ну, озвучивал их. Там есть ему что озвучивать. Он еще не озвучивал. Когда это произойдет, я не знаю. Вообще этот проект не особо ждите, потому что, ну, пока его судьба непонятна. Вот, это первый канал, во-первых, да. Когда сам проект окончательно будет готов, когда его сдадут на канал, прям вот реально забудьте. Это, может быть, даже не в этом году будет. Ну, в смысле, даже не в следующем. Вот. Что касается «Судьи и судьбы», я не знаю, это тоже первый канал. Я тоже не знаю судьбу этого проекта. Вот, абсолютно. Я сделал как бы, ну, уже года 2-3 уже прошло, как мы его отсняли. Ну, 2-то точно прошло, как мы его отсняли и озвучили. Не знаю, тоже первый канал. Что еще? Какой еще проект? «Ровесники». Ну, «Ровесники» это было изначально... как бы проект, ну, такой фестивального кино. Это, еще раз говорю, это первая серьезная такая дипломная работа режиссера. Вот, то есть это такой, его показали на кинофестивале «Созвездие» в Орле, вот в этом году, который был. Вот, но там зрителей было там, грубо говоря, там 3,5 человека в силу просто, как раз были все ограничения, там коронавирусная инфекция, там заболеваемость, поэтому мы были в формате в таком, скажем, ну, чисто заявили, в зале было очень мало народу, я еще раз говорю, это было там 100-150 человек максимум. Вот, как бы, кто его посмотрел, ну, посмотрел, где он выйдет, может быть, где-то появится на каких-нибудь ресурсах, типа в Ютубе где-нибудь, но... Не могу ничего сказать. Вот. Так что так. Да. Да, все. Давайте будем заканчивать, как бы, вот. По каким-то таким основным вопросам я ответил. И так далее. Мой автограф, ну, при встрече, а зачем? При встрече мы можем с вами сфотографироваться, например. Вот. И все будет хорошо. Привет, Сальск. Да, будем заканчивать, давайте, потому что у меня там, как бы, ну, покупки надо отнести. И за ребенком надо идти. Сколько там сейчас у нас времени? Ну да, у меня парня забирать через 20 минут из школы. Пойду его встречу, он очень любит, он очень радуется, когда я его встречаю. Так что вот так вот. Вот.
Да, ну слушайте, послушайте, ну хватит повторять уже одну и ту же, вот это одно и то же сообщение про понты, про корону и так далее. Если этого не делать, понимаете, то у вас в заднице вырастет что-то большое и очень неудобное и у вас, и у ваших детей, и внуков, которые будут вам мешать ходить. Вот, вот в чем дело. Нужно четко понимать, как бы, да, для чего, что и как делается. Вот. Вам никто не обещал, что жизнь будет легкая, да, вот. И миллиарды людей на Земле живут хуже, чем вы. И будете жить, как они, если вы не будете себя защищать. А для этого нужно и оружие, нужно и армии нужны, и да, нужны жертвы и так далее и тому подобное. И лучше это сделать сейчас, чем потом это будут расхлебывать наши дети и внуки. Вот. Я готов сейчас пойти на войну, чтобы у моего сына завтра было будущее. Если эта война случится, ну, в том смысле, в котором мы ее там представляем себе, там, как Великую Отечественную или Первую мировую. На самом деле все будет далеко не так. Вот. Все будет далеко не так. Войны сейчас ведутся по-другому. Поэтому вполне возможно, что даже и мобилизацию не будут объявлять. Вот и все. Так что так вот. Да. В общем, давайте, как говорится, будем надеяться на лучшее, но готовиться всегда надо к худшему. Я всегда так живу. Я всегда готовлюсь к худшему. Так что да. Война будет или сразу миллиардные жертвы, в смысле ядерные грибы будут повсюду, и тут вы ничего не сделаете. Вот. Или это будут какие-то там, скажем, небольшие локальные конфликты, какие-то точки, после которых как бы всем все станет понятно, и все сразу пойдут договариваться. Вот и все. Вот и все. Не будет такой войны, как бы, как в Сирии. Хотя нет, вот как раз, ну, как бы в Сирии наши показали примерно свои возможности. Ну, извините, 350-тысячную группировку наши расфигачили там за несколько месяцев. Потом, как бы, ну, были какие-то локальные операции и так далее. Но в целом, эту группировку не могли расхерачить никто. Ни европейцы, ни натовцы. Они, в принципе, и не хотели. Но я вам и так скажу, что они, собственно говоря, и не могли, по большому счету. И оружие там было, и так далее. Вот. Там только одних джавелинов было более 1000 штук отправлено с комплектами ракет. И толку? И что этими джавелинами? Как бы армию Асада они расхерачили ними, вот. А когда пришли наши, то куда эти джавелины? Засунули они себе их в задницу, эти джавелины. Джавелин — это устаревшее оружие, на самом деле. Кое-кто надеется очень на них, вот. Но это джавелины, как бы, оружие прошлого века. Сейчас, как бы, другое оружие, другие тактики используются, и другая техника, и так далее. Но, тем не менее... Поэтому посмотрим, как это все будет. Нам остается только, что называется, готовиться к худшему, надеяться на лучшее, вот. Ну и, как говорится, готовиться к Новому году. Может быть, это последний, как бы там, не знаю, там, в этом десятилетии последний, как бы, Новый год, когда мы можем просто-напросто его отпраздновать и потом вспоминать. Посмотрим. Жизнь — интересная штука. Страшно и интересно. Все, всех обнял, будьте здоровы, пока.